Всем привет! Это канал Кухня с Викторией Мирошниченко. И сегодня я хочу покрасить яйца вот таким достаточно необычным способом. Вот такие вот они мраморные получатся. Ну что, давайте приступим. Мне понадобятся яйца. Предварительно я их промыла с содой. Луковая шелуха, я ее порезала. Чем меньше, тем лучше. И вот такие вот марлевые 5 салфеточек, чтобы яйца сюда завернуть. И зеленка. Яйца должны быть комнатной температуры. Теперь я беру марлю. Чтобы луковая шелуха хорошо прилипла, сначала я окунаю каждое яйцо в воду. И вот так вот в шелухе обваливаю. Чем мельче шелуха порезана, тем лучше. Тем красивее будет рисунок. Вот так еще чуть-чуть посыплю. И завязываю ниткой. Залила обычной водой комнатной температуры. Яйца тоже должны быть не с холодильника, должны прежде полежать при комнатной температуре. И теперь в водичку добавляю соли, чтобы яйца не лопнули. Ну вот, 5 минут после закипания они у меня поварились, даже вода цвет поменяла. Теперь я добавляю сюда зеленку, 10 миллиграмм. И варю еще 5 минут. У меня поварились еще в зеленке 5 минут. Теперь я выливаю, заливаю холодной водой. Ну вот, яйца высохли, я их промыла. Круто получились. Еще хочу сказать, обязательно надо брать белые яйца. С других просто не получится. И мисочка у меня осталась чистая. Вообще, чуть-чуть я ее промыла моющим средством, и все. Она вообще не выпачкалась. Ну, конечно, не надо брать эмалированную посуду. Теперь я беру обычное подсолнечное масло, спонжик такой, и протираю, чтобы они блестели.